mais ce spectacle, c'est... Je fais au fond une trilogie, c'est mon troisième, spectacle, который я привез в этот раз в Россию. Это третий спектакль в трилогии о Пьере Ришаре. Это будет последний спектакль, четвертого я делать не буду. Это мой самый любимый спектакль. Почему это мой самый любимый? Потому что в нем я рассказываю о моих самых любимых людях. Я, конечно же, говорю о своих партнерах по сцене. Я говорю о Мирей Дарк, я говорю о Жераре Депардье. Я рассказываю истории, которые покажутся вам, наверное, совершенно невероятными и невозможными. Но у меня есть партнер во время этого спектакля. Это экран. Так вот, поворачиваясь к этому экрану, я буду доказывать вам, что я действительно рассказываю правду. И что те истории, которые случились со мной, с человеком рассеянным и необычным, они действительно настоящие и подлинные. И вы сможете все это увидеть на экране. Когда я говорю, что снять фильм с Жераром Депардье – это экстремальный вид спорта, я это подтверждаю наглядно. На экране вы это увидите. Вы видите, как Жерар бьет меня по лицу множество раз. Он меня трясет, как грушу. Он меня практически раздавил своими ногами, ходя по мне в течение нескольких минут. Это не за одну секунду произошло. А потом вы сможете понять, почему я потерял память. Я также рассказываю о важных режиссерах, которых я встретил в своей жизни. Как Жерар Ри, с которым мы сняли несколько фильмов, который всю жизнь снимал комедии и который был самым невезучим человеком в мире. Я рассказываю о Мирей Дарк и о ее великолепном мифическом платье. Я о себе тоже немного говорю, о моих беспокойствах, о моих заботах, о том, что у меня правда провалы в памяти. Я говорю о времени, которое проходит. И вы знаете, я в очень хорошем сейчас положении, чтобы подтвердить, что да, время проходит, поскольку вы видите, сколько мне лет. И это, наверное, спектакль, который ближе всего мне, который самый личный для меня, самым личным является для меня. И в этом спектакле не только смех, в этом спектакле есть и эмоции, в этом спектакле есть и самые разные мои сокровенные чувства. Но что касается всего остального, приходите посмотреть.